Давай, мне будет интересно послушать. И всем привет, и сегодня у нас будет очень необычная модификация для мафии, которую, возможно, кто-то из вас уже видел. Я ее тоже как бы слышал о ней, но сам еще не играл и сам еще не тестил. Так что давайте на нее посмотрим. А называется она Tuning Mod для мафии. И это очень необычно, я вам скажу. Так что погнали-ка посмотрим, что она из себя представляет. Потому что как это вообще тюнинг в мафии? Каким это даже образом? Хрен бы его нахрен пойми. Вот, но сделан он, как говорится, вроде бы как круто. Просим продолжать. Что такое продолжать? Какого хрена? Вот. Здесь можно тюнить машины, ну точнее не машины, а машину. Здесь есть только одна демонстрационная машинка, это вот эта вот девяточка. Все остальные экстримовские тачки, как я уже смотрел, они подходят для тюнинга. Ну в смысле, как бы, она, ну типа, короче, показывается, что типа давай тюнь, но деталей на нее нету. Ну точнее я вам сейчас покажу, вы поймете в чем дело. Ну погнали тогда возьмем девяточку. Девяточка-то прям вообще, только что-то баранки не видать. Да ладно, погнали, посмотрим, как это вообще. Я просто себе даже представить себе такое не могу. Воу-воу, какой гаражик-то модный. Так, выползаем нахрен. А дайте хоть гаражик-то посмотрю. Ну, гаражечек вроде прикольный. Нормальный, зайти можно в коморку? Еще и в ком... Ух ты, тут микроволновка есть. Да ладно, микроволновка в мафии, да это уже достаточно. Пивас, тачки, нос, хренос. Ладно, пойдемте тюнить нашу колыма. Не в голос-то базуки висят. Ни хрена себе, охренеть, охрененно. Ладно, погнали. Один, какой сесть назад? Машинка поднимается. Опа, опа. Вот это, короче, на стрелочке. Мы вот так поворачиваем камеру, чтобы посмотреть. И наверху добавляется эта тут гребаная охрененная панель, которая меня вообще удивляет. И здесь вот, на капотике, бах нахрен, бах нахрен. Такие фишки мы выбираем. Погляди, а можно как-нибудь? Во, и поднимать камеру можно. Да ладно, тут вообще прям почти не фортспид. Почти, но чуть-чуть не то. Ни хрена не видать, погодите. Короче, какую я хренотню сделаю? Короче, пусть вот этот будет. Меня она вроде устраивает. Щуры, да, шуры. Погнали смотреть дальше. Спойлер. А чё спойлеров нету, алло? Как так? А где, как? На кого-то я могу спойлер поставить? Блин, у меня аж горло запершило. Спойлеров нету, гриль. О, главное, спойлера нету, зато есть гриль. Где будем жарить? А, это вот, это гриль нахрен. Какие-то две железные хероборы. А куда радиаторная решетка девается? Почему она исчезает и появляется? Ну давай поставим гриль какой-нибудь. Воза. А хотя не, перегреваться будем. Давайте поставим. Блин, ни хрена не вижу. Где гриль мой? Опа. Во, давай вот такой гриль. Хрен с ним. Шуре. Yes, Шуре. Далее. Экс-хауст. Кто ты есть, демон? Кто такой экс-хауст? Ой, мне кого-то тут всёк. Томми. Погоди, он ударил, что ли? Мне показалось. Короче, экс-хауст — это труба. Давайте как пацанчики поставим вот такую вот толстую трубень. Вот это еще какая-то необычная такая трубень. Давайте вот такую вот возьмем. Хрена там трубень. Шуре. Yes, my Шуре. Бампер Ф. Я так понимаю, это передний бампер. Так, чуть-чуть камеру вот так вот. Опа. 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 Да ладно, тут вроде все бамперы крутые. Опа. И опа. Хрена, он на бульдозер похож. Не-не-не, мне, знаете, более-менее понравился. Ну, пусть будет вот этот, короче, он какой-то более заманчивый. Реально как будто не фортспид какой-то. И на фоне играет мафийская музыка, такая спокойная. Не какой-то там рон-дон-дон, а спокойненькая мафийская музыка. Задний бампер. Так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И так вот. Не, вот это не очень. Вот это более-менее. Так себе. Так себе. Так себе. Опять это бьет.
Кто дерется, твою мать? Я слышал удары. Кто дерется, слышите? Вон, бах, бах, нахрен. Вот опять. Вот опять. Кто-то хлопается. Короче, давайте, знаете, какой поставим. Опять кто-то дерется. Да блин, я не могу найти бампер своей мечты. Мне это тоже не нравится. Этот не камильфо, этот не камильфо. Короче, дело к ночи. Вот этот камильфо. Ладно. Шура. Да опять кто-то дрался с кулака, я прям это слышал. Подонки. Лайтс. Я так понимаю, передние фары. Опа. Опа. Как это вообще все сделали? Твою мать, ни хрена себе такое в мафии организовать. Я представляю, если здесь бы еще целый автопарк бы поддерживался, это было бы вообще что-то с чем-то. Короче, вот давайте вот эти дерзкие фарки возьмем, хотя они, конечно, так, ну, пойдет нормально. Еще верхнюю панель, где все это выбирается, где все это меняется. Блинский блин. Это действительно круто. Это неожиданно и удивительно и круто. Правда, мод старенький. Скорее всего, большинство людей, которые сейчас будут смотреть, они его, наверное, знают и видели. Но это для тех, кто его не видел. Собственно, я сам в него лично не играл. Я только, ну, как бы тянул что-то с этим. Тянул, думаю, блин, потом успею. О, юбка. Бах нахрен. Такая вот еще есть. Такая есть. Такая есть. Такая есть. И такая есть. И такая. С цветом отличается, бедолага. Короче, давайте тогда возьмем. А тут колеса тоже поди что настраиваются. Ни хрена тут, вот давайте вот это возьмем. Она под цвет нашей радиаторной решетки. Пойдет. Неон. Ни хрена, тут даже неоновая подсветка есть. Твою маму, ни хрена себе. Да ладно. Давайте будем синие. По жизни синие. Давай, yes. Yes, I do. Римс. А это что за Рим? Колеса. Да ни хрена себе. Еще и колеса выбираются. Там что, скажите, цвет можно будет потом поменять. Это же охренеть. Как они странно дергаются, когда меняются. Меня еще удивляет, как игра не вылетает после этого. Не-не-не, знаете, какие мне понравились? Вот такие хочу. Прайс. Шура. Yes. Так. Дашь. Дашь или не дашь? Хрена это он в спидах меняет цвет. Дашь или не дашь? Давайте сделаем. Хрен с ним, пусть будет синий. Синий по жизни. Давай, дальше. Колеса. А колеса же мы же меняли уже. А, это не колеса, это баранка. Вот такую хочу. А, так там же можно было бы, если что, вот так смотреть. Ну так-то все равно симпатично получилось. Да ладно, вообще так-то нормально. Дашь или не дашь? Колеса, значит, мы выбрали. Погнали смотреть. Что дальше? Сид. Да еще и сиденье выбирается. Ни хрена себе. Это серьезно, слушайте, вообще охренеть, как серьезно. Надо же было такое сделать, это просто невероятно. Давайте вот красные выберем сидушки, машинка же красная. Надо же было даже такое для мафии сделать, охрененно. Даже зад, даже гребаный багажник меняется. Да ладно. Вот это вот, по-моему, самое блатное. Давай это его, короче, выберем. Правда, что-то бабки кончаются, Шура, yes. Да ладно, там еще что-то под капотом меняется, вы серьезно? Ну-ка. Ой, ты что так просела? 16 wealth. Далее, далее, далее. Вот это вообще... А, это стандартный, по-моему. Так давайте 16 wealth и купим вон с носом. Нахрен нам что-то простое, вот. Сейчас, наверное, зарядят стоимость там дикую. Шуры, yes. Ой, а денег-то не хватает. А, так все. Все, все уже, это все. Это финал. Ладно. Пойдемте посмотрим, что же у нас в итоге выйдет. Опускаем нашу машинку. Спутник.
Нормальный такой спутник, я вам скажу. Давайте на улицу, короче, выведем. Это чудо. Странно, что я звука двигателя не слышу, как будто бы движок поменял, и звук двигателя исчез. А нет, все появился. Воу-воу, тихо, подруга. Что такая дикая стала? Вот, синий спидак, жалко, не работает. Вот здесь нам надо этот мод Real Driver устанавливать, наверное, чтобы не было таких проблем. Нормально, ну пойдем позырим. Мужик, ты что, дурак, что ли? Я тебя еще буду, думаешь, возить, что ли, по городу на такой машине? В ад. Реально в ад. Ну и, собственно, что у нас получается-то? Получается у нас очень даже приличная такая тачка, с учетом того, что это все сделано в мафии. Блин, я все еще удивлен, как эта игра не вылетела после того, как я начал менять детали на этом гребаном мостике. Ладно, пойдемте немножко на ней покатаемся, да и в принципе там можно будет заканчивать, потому что, как я и говорил, здесь есть только одна демонстрационная машинка. Возможно, где-то в интернете можно поискать еще машины, которые будут поддерживаться этим модом. Но это не факт. А так вот, на данный момент, что есть, то есть. Но все равно это очень неплохо. Я реально, скажем так, первый раз такое вижу, чтобы в мафии можно было бы сделать такую хренотню. Это вообще нахрен охренеть. Ну и, собственно, это, в принципе, с этим модом все. Тут больше показывать-то нечего. Вот, собственно, машинка. Мы ее оттюнили, как вы видели, там почти в каждой категории есть по 10 деталей, в некоторых там 9, в одной там 4, в другой 7. Но все равно, по сути дела, это вообще охрененно. Воу-воу, задницы! Ни хрена она летает! Ни хрена, у нее даже днище изменилось. А что, гангстерам насрать на меня, что ли? Действительно? Охренеть! Ну и ладно. Мент! Я думаю, мент нас навряд ли догонит. Ну, короче, что я хочу сказать, то в принципе, на этом все. Больше здесь ничего такого нету, как я уже говорил. Все детали я относительно показал, свою тачку сделал. Кто захочет попробовать сделать что-то сам, он может потом ее, если что, скачать и заценить. А на этом с этим модом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группы ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.